В Доме правительства сегодня вручили государственные награды. Их удостоились лучшие люди республики. Вклад некоторых из них отметили на федеральном уровне. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Нынешняя торжественная церемония определенно войдет в историю как одна из самых многочисленных. В этот раз в почетном списке 45 фамилий. Причем сразу 15 человек получили награды от президента страны. В одном зале актеры, медики, учителя, руководители заводов и даже водители-экспедиторы. Глава Чувашии отметил, что вне зависимости от статуса и профессии, все они патриоты республики и доказывают это своим трудом. Каждый из вас с ответственным служением своему делу, преданностью избранному пути заслужил общественное признание и глубокое уважение. Высочайший уровень мастерства, достигнутые вами, личные и нравственные качества являются ориентиром в жизни для молодого поколения. Сегодня республика прочно удерживает позиции региона-лидера по целому ряду направлений. Сразу шестеро награжденных представляют Чебоксарский завод имени Чапаева. Несмотря ни на что, предприятие работает успешно и реализует инвестиционные проекты. Александр Зюкин как раз отвечает за разработку новых изделий. Он и еще двое его коллег удостоились медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Завод был, есть и будет надежным, гарантированным исполнителем любых заказов. Это разработка новых изделий специальной тематики. Внедрение этих изделий в производство. Награду от президента вручили и председателю общественной организации «Инвалиды войны». На протяжении многих лет Геннадий Матвеев поддерживает ветеранов Афганистана. Сейчас под его крылом более 600 человек. Это семьи, это вот живем одной семьей в рамках устава. И больше внимания, внимания возникающим проблемам. Я уже говорил, что существует в республике социальное партнерство. Она дает нам с разными ведомствами решать положительно вопросы, стоящие у ветеранов. На счету врача республиканской клинической больницы Вячеслава Оленина тысячи спасенных жизней. Именно он первым в республике начал делать операции по резекции печени. Сегодня опытный хирург стал заслуженным врачом страны. Я в республиканской больнице работаю с 11 августа 1978 года. Самое главное, особенно для хирургов, это победа за жизнь. Понимаете, победа за жизнь. Этот человек спасли при тяжелых заболеваниях, в экстренных ситуациях. Это действительно самая большая награда. А балетмейстер народного ансамбля «Танташ» Анатолий Попов главной наградой называет детские улыбки. За 30 лет у его коллектива появилось немало поклонников. Впереди новые планы и плотный график репетиций. Анатолий Попов обещает работать с двойной отдачей. Звание заслуженного работника культуры Чувашии обязывает. Знамениты не только в нашей республике, но и за пределами. Выступаем мы на различных конкурсных выступлениях, фестивалях. Он также принимает активную часть во всех проводимых городских фестивалях, конкурсах. Также скоро вот на Дне республики будем выступать у нас на заливе. Нурисламу Минсандрову вручили почетную грамоту Чувашской республики. На посту председателя совета мусульманской организации он много делает для того, чтобы молодежь не забывала духовные ценности. Это кропотливая ежедневная работа. Ежедневная работа. Наша родная Чувашская республика действительно многонациональная, многоконфессиональная. Работы у нас действительно очень много. Глава республики поздравил награжденных с наступающим праздником и пожелал трудовых успехов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.